У тебя нечего есть? Тогда предлагаю вместе приготовить вкусное мясное блюдо. Свинина в кисло-сладком соусе. Мясо получается, ну, очень нежное и сочное. Для этого рецепта нам понадобится свиная грудка, чтобы были прослойки мяса и сала. У меня весом 760 грамм 3 кусочка. Нарезаем мясо крупными брусочками. Также нам понадобится 2 средних луковицы, их нужно нарезать четвертинками. Перекладываем нарезанный лук в емкость и убираем в сторону. Также для этого рецепта нам понадобится одно кислое яблоко. Чем кислее, тем лучше. Очищаем от сердцевинки и нарезаем брусочками. Также мелко нарезаем 3 зубчика чеснока. Можно воспользоваться чеснокодавилкой, либо порубить, как я, ножиком. Перекладываем чеснок к яблокам. Добавляем 2 чайных ложки соли и 1 чайную ложку сахара. Немного перца по вкусу. Все хорошенько перемешиваем. Перекладываем все ингредиенты в одну емкость и перемешиваем. Даем промариноваться полчасика. Далее очищаем мясо. Ставим на большой огонь сковороду, смазываем ее маслом. И выкладываем наше мясо. Обжариваем до золотистой корочки с двух сторон. Также в масле нужно будет обжарить яблоки, лук и чеснок. Все, мясо готово. И овощи готовы. Теперь объединяем все в одной кастрюльке. Хорошенько перемешайте все ингредиенты. Далее добавьте 2 стакана чистой воды. Накройте крышкой и поставьте кастрюльку на медленный огонь тушится 2 часа. Все, мясо готово. Теперь можно выкладывать. Подавайте такое блюдо с гарниром из картофельного пюре либо каши. Обязательно попробуйте приготовить этот рецепт дома. Если вам понравился этот рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Желаю всем приятного аппетита и пока!